В Десногорске шлягеры прозвучали в Центре культуры и молодежной политики. В праздничный вечер Дня защитника Отечества зал был полон гостей, каждый из которых ждал от выступления только приятных эмоций. Песни все знакомые, все старые, с которыми мы выросли. Мы любим эту группу. Пришли, чтобы поднять себе настроение в день 23 февраля и чтобы отдохнуть. Музыкальный коллектив уже много лет сотрудничает с композитором и эстрадным певцом Вячеславом Добрыниным. Именно им народный артист России доверил исполнять свой репертуар из огромного множества хорошо знакомых мелодий. С творчеством коллектива десногорцы уже успели познакомиться на их первом концерте в этом граде 3 года назад. Ведь те, кто был уже на концерте, сегодня будут петь песни, которые тогда мы не исполняли, ну а те, кто впервые на концерте группы «Доктор Шлягер», обязательно услышат те шлягеры, без которых ни один концерт группы «Доктор Шлягер» не обходится. За 50 лет творческой деятельности Вячеслав Добрынин написал сотни песен. Некоторые из них стали настоящими шлягерами. «Не сыпь мне соль на рану», «Ягода малина», «Колдовское озеро» – эти песни хорошо знакомы каждому. Многие выросли на них, у кого-то прошла молодость под эти песни, а у кого-то и вся жизнь. Вся программа исполняется солистами группы «Вживую». Трио – Леонид Ободзинский, Дмитрий Палаш и Александра Павлюк. Между песнями артисты общаются с залом, что создает теплую и непринужденную атмосферу. Шлягеры звучали на протяжении почти 2 часов. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.